Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в одну прикольную игруху, новенькую, недавно вышедшую, которая называется «Пончиковый округ». Играть мы будем вот за этого прекрасного енота, и я думаю, что пора начинать, погнали! Дом Миры. Ну-ка, кто такая Мира? Что у нее дома есть? Сейчас заглянем. Esposito presento. О, вот она, это Мира. Мира, когда уже придешь на работу? Скучно. Ага, а вот и наш енот. Только мы почему-то переписываемся с Мирой от лица Миры. О, как все запутано. Короче, енот спрашивает: ты задолбал, когда уже придешь на работу? Скучно. Давай ответим еноту. А что это за кнопка? Давай попробуем нажать. Я отправил слаймик утки. О, давай ему заспамим просто все уточками. Погоди. Опачки, прикинь, у меня тоже уточка ответила. Ладно, давай ответим. Тихо, ВК. Это что, типа ты в ВК сидишь, девчонка? Я полумертвая, труп. Чё ты гонишь ему? Прояви уважение. А, шо это ты труп? Тот тип снова не дает мне спать гудком. Вот засранец, да? Гудит с рассвета. Вот же гуделка, не парься, я за тебя отомщу. Отомстю! Сейчас, походу, енот будет мстить. Осторожней там, чувак! И уточку ему сейчас под конец отправим. А то еще громче начнет. Ой, да ладно! Подтягивайся к пончикам. Окей, уже выхожу, все, давай. Давай, закрываем. Нам надо потянуть вот за этот пончик. Куда, вниз тянем или в бочину? В бочину тянем вот так вот. Смотри-ка. Там на... ты серьезно? Там утка на мопеде что-то развозит и гудит. А что он там стоит? Так, надо, походу... Давай лучше задернем. Не, прикольно, кстати, прикольно сделано тут все. Давай кнопочку. Опа, окошечко открыли. О, смотри какая. Что это за отверстие появилось в земле? Неужели это енот? Енот? Так, что делать? Да ладно. Мы все поедаем, ты смотри. Все, что попадает в наше отверстие, все куда-то проваливается. Офигенно, просто чума. Круто. Эй, утка. Не гуди! Так, а колесо твое могу съесть? Заживать твое колесо? Нет, не могу. Зато могу вот это съесть. Оп-оп-оп-оп. Нифига себе, ты посмотри, как мы растем. У нас отверстие выросло как мощно. Так, что дальше делать? О, тут заборчик есть. О, да! Как я люблю это все жевать. Слушай, это очень сильно напоминает его игру. Где ты, короче, поглощаешь и растешь. И сейчас давай вот этого мопедриста. О, пончики надо собрать. Пончики собираем, коробочку собираем. Мопедрист, иди сюда. Да что ж такое-то? Опс! И все! Нет мопедриста! Чума! Пончиковая! Мы уже в пончику приехали. Че нас тут ждет? Это мы! Знакомься! Это я, енот. Чувак, гудок заглох. Ты правда что-то сделал тому гудящему типу? Сейчас я ей отвечу. Ага, не парься уже о нем. Все ништяк. Все путем. Я просто привез ему пончик. Нормально. Гнок. Видимо, это его отвлекло. Кста, знаешь что? Кста. Чисто молодежный сленг. Кста. Знаешь что? Я уже 9 уровня. Ничего себе. Это я что там, задротишь что ли? Надо же. Круть. Лови утку. Еще утку. Ладно, давай ответим. Ты не врубилась, Мира? На уровне 10 у меня будет свой квадрокоптер. А, точно, офигеть, поздравляю. Пожужжим тогда, как цари. Ой, какие же они забавные, это Мира и енот. Окей, увидимся в ВК. Что такое ВК? Типа, в это, ВК, где? В пончиковой, что ли? 6 недель спустя. Енотище. Да ладно, ты рукожопый, ты енот, ты квадрокоптер сломал. О божечки. Мир, как? Офигеть. Как ты могла разбить мой квадрокоптер? Блин, ты доверил квадрокоптер девочке? Ну, о, енотище, ты просто... А, нет слов. А Мира, что она ответит? Она только 3 точки поставит и все. Да кого волнует твой дурацкий коптер? Нифига себе. Как ты мог уничтожить весь город? Енотище, ну ты даешь. На 999 футов ниже. У енотища под землей, прикинь, мы находимся, походу. Ничего я не уничтожал. Я добрый.
Боже, тем дурацким приложением ты открыл везде дыры. И теперь мы торчим в этой яме. А мне кажется, все тут в порядке. Кроме моего квадрокоптера. Пострадавший тут я вообще. И что, никто меня не поддержит? Коко, крокодил Гена сидит, смотри. Крокодил Коко. Гончар, это кто это, лис что ли? Или бурундук какой-то? Очевидно, что это твоих рук дело. Меня затянуло в дыру после того, как я заказал у вас пончик. Да как это очень связано? Чего вы на меня все накинулись? С тем, что Мира разнесла мой квадрокоптер. Гончара, а где твой сын? Ох, Щен! Мой славный малыш! Должно быть, он где-то там, наверху. Так, мы вылезли на поверхность, и нам говорят, что нужно нажать левую кнопку мыши, чтобы открыть дыру. Енотище сейчас разроет тут дырищу. Так, где мы сейчас разроем? Опачки, смотри, вот она наша дырень. Ну, енот, ну ты, конечно, я не знал, что ты так увлекаешься дырками. Точнее, ну, любишь рыть дыры. Значит так, давай бумажечку съедим, потом что это бутерброд, камушек, еще бумажка. Так, значит, вот это тоже съедим сейчас. Коробочку можем? Можем, все можем. И вот это, и вот эту коробочку. Сейчас телескоп, давай. О, красавчик. Эта коробочка не влазит пока, значит, чашечку. Огонь. О, блин, какая же это роскошная игруха. Давай, падай. Чемодан. Отдай мне череп. Ништяк. Опа, едем дальше. Так, а вот малыш бурундука. Ты чё это наглый такой? Закрыл дверь, я тут к тебе выкопался, чтоб тебя с батьком соединить, а ты... Ладно, тогда сожрём твои цветы. Тут вон сколько цветов вкусных. Сожрём кактус тоже, давай ему. Нафиг. Да блин, не жрётся. Тогда вот это съедим. Кирпич! О, нифига себе, я на задний двор открыл дверцу. Сейчас я кактус попробую этот ещё раз. Есть! Наконец-то. Наконец-то всё съедается. А вон там ещё мопед. Я хочу мопед съесть. Нет, туда нельзя. Ладно, полезли сюда тогда, на задний двор. Так. О, а это кто? Это что, мама его? Мама, маман, здорово. Блин, я сейчас ее тоже, походу, на дно утащу. А вон, смотри, бурундук наверху, вон он. Следит за нами. Ага, сыкотно ему. Так, вот это тоже съедим. Тик. Вкусная теща какая. Блин, ну мне почему-то кажется, что он это все съедает, но по факту он просто себе это в нору убирает. Он типа как этот, как хомяк, который все складирует. Так, вот эту табуреточку, ой, тумбочку. Так, что я еще могу съесть? Оп-оп-оп. Чувак, извини, но походу я твою работу съел. Опа! Ну-ну-ну, что происходит? Малыш, вылезай. О-о-о, падочку, ай, разбил. А, неаккуратный я. Ладно, все собираем. Вот это тоже супер. Да чтоб... Ай! Ну что, дружище, малыш? Походу, что ты сейчас от отчаяния сам прыгнешь ко мне в нору. Да блин, не получается ловить-то все. Все разбивается к чертям. Так, вот эту вот здоровую штуку есть. И вот так вот. Ну все, в принципе, осталась только вот эта тумбочка. Ну и ты теперь сам прыгай. Что происходит? А, еще двор. Да сколько у вас здесь бурундуков-то, а? Ты что, улететь собрался? Офигеть. Так, вон мопед, кстати, я сейчас мопед загрызу. Вот так вот. Давай. Загрызу. Соберу. Так, и теперь печку надо, да? Печь ушла. О-о-о-о-о, дымокур, смотри. Чё-то мы, походу, не то делаем, слушай. Малыш-то сейчас улетит. Ой, капец. Оу. Дружище, мне тебя сопровождать надо, что ли? Я тут больше ничего съесть не могу. О, могу, прикинь. Что-то доестся. Нифига себе. Да я сейчас тут полдвора съем. Так, пончик свалился. Эй, а куда нам, на дорогу, что ли, выходить? Ну, блин. О, колодец. Колодец съели. Дальше съедаем вот этот пончик. Отлично. Теперь нам надо съесть вот этот остаток от пончика. Давай, проваливайся, это нормально только. Ну, вот так, хорошо. И теперь, походу, надо дом съесть. Точнее, уронить дом. Только я не знаю, как это сделать. А, тут же камни есть, смотри, во, камни поедаем.
почему все время я хочу это все съесть? Я просто... Нифига себе, какая у нас дырища, блин, вот эта черная дыра. Так, ну все. Дом теперь на дне. А чё здесь еще съесть можно? Все. Отличная доставка! Но я доставил только одного, а другой улетел. Музло прикольное. Мусоропедия! Что это такое? Давай нажмем. Так, кактус-бочка. Раз это бочка, внутри должна быть вкусняшка. Бесплатный дом, главное, чтоб не намок. Отличная логика, как у бомжа. Заходи, если хочешь, чтоб тебя отблаяли койоты. Кофе, это класс. Защищает от коров. Ну, в общем, я понял. Просто описание. Все готово. Хорошего дня уборки. Короче, мы снова вернулись под землю. На 999 футов под землей находимся. Я ведь просто хотел порадовать щена пончиком. Хник. Он сейчас улетает вдаль. Мой одинокий щен. А, ВК это, блин, ВК это имя енота. До меня только сейчас допедрил. Какой же тугодум, а? Да нет же. Если тебя затянуло первым, откуда ты знаешь, что щен на воздушном шаре? В этом рассказе полно дыр. Это в голове у тебя полно дыр. И во всем городе, из-за тебя. Я просто делал свою работу. То есть, я имел в виду, это неправда. Я не виноват вообще. Минутку. Щен, на воздушном шаре? Вы серьезно? Я видел, как воздушный шар летел мимо лесничества? Ты видела щена? В какую сторону он полетел? Не помню, не обратил внимания. Как раз заказала пончик. Вот как? Я когда психую, всегда есть хочу. А почему психовала? Хотите верьте, хотите нет. Из-за змей. Так, мы сейчас находимся на лесничестве. Енот сейчас разберется, все будет путком. Лесничество. Что ж, начнем. Начнем наши поиски. Так, это кто? Это там вон лесник, да, лампой светит. Надо не запалиться. Ну что ж, понеслось. Едим травушку. Это кто? О, это змея, смотри. Так, надо, чтобы она не уползла. Блин, да сколько здесь змей? Офигеть, смотри, сколько они спят. Это гремучие змеи. Так, сейчас мы их потихонечку так обходим. Как тут забираем? А теперь змейка, давай падай. И ты тоже падай. Есть, игра в змейку. Оп-оп-оп, ловлю. Ага, и ты тоже иди сюда. Красава. Змеи теперь будут с нами под землей жить. Вот это все собираем. Давай, грузись! Что-то не грузится. А, змея на камне спит. Понятно. Надо объесться. Давай, падай. Давай! Красавала! Ну все, всех змей я съел. Съел. Да почему все съел-то? Собрал! Я собрал. Я вообще не виноват, я ничего не делаю. Я енот, мне все можно. Так, мы переходим на другую сторону. Сколько куриц? Snake danger! Ага. Курица за нами наблюдает, смотри, прям как она головой водит. Типа, ууу, какая здоровая дрища. Курица, я тебя сейчас тоже соберу. О, перышки ловим. А, они ничего не дают. Тогда сюда. Ага. Че вы все кудахтаете, как будто дыры никогда не видели. Вот это я забираю, это вам не надо. Есть. О, смотри. Все, капец. Капец. Почему? Ой, как это забавно. А я могу как-то этим взаимодействовать или что? Короче, змея полностью не провалилась, ее погремушка осталась сверху. Ладно. О, нифига себе, я на кнопку нажал. Чё происходит? Я понять не могу. Так, мне походу надо нажимать на кнопки. Ладно, сейчас нажму на эту кнопку. Музло! Делаем с тобой музло! Воу! Смотри-ка, я раскручиваю курицу. Давай. Ага, сломалась. Так. Вызывает подмогу. Все, красный. Сигнал красный. Это почти как бедствие. Так, вот это... Курица чуть солнышко не сделала. Оо, что-то сейчас будет капец. Сколько змей! Это же опасно, их надо всех съедать. Всех забирать, а то они сейчас тут наделают бед. И куриц тоже. Все, всех, короче, сейчас заберу. Вот, отлично.
О, ты посмотри, какая дырища-то, а! Сколько я насобирал, я реально сейчас полмира съем. Офигеть. Так, отлично. Да, а чё мне вообще? Я не виноват, я простой енот. Так, я еще кого-то, я лесничего тоже это, утопил. Все на дне, все со мной. Все свою ношу с собой. Отличная доставка. Мне до 10 ранга реально чуть-чуть не хватает. И тогда я получу новый квадрокоптер. Мусоропедия, посмотрим, что тут у нас есть. Одна курица хорошо, а две еще лучше. Ха-ха. Большущая кружка для любителей грязи. Серьезно, там, по-моему, молоко грязи. Мы всегда не по ту сторону. Через сетку можно погладить курицу и стащить яйцо. Перчатка для машины. Вот это логика. И у енота логика. Прям смотри, это не колесо, это не резина, это перчатка для машины. Деревянная тюрьма для социопатов. Это, короче, курятник. Ох, все, короче, хватит это читать, а то я тоже сойду с ума.